Турнир будет проходить по международным стандартам кикбоксинга и смешанных единоборств в рамках совместного российско-китайского турнира «Битва в Сочи». Соревнования состоят из двух частей. В первой запланированы 7 боев с участием мировых звезд. Во второй состоятся еще 6 боев с участием спортсменов из России и Китая. Я надеюсь и верю, что с помощью турнира очень многие китайцы и все те зрители, которые смотрят наш тур, приедут сюда, будут отдыхать в нашем прекрасном городе. Это не просто спортивное мероприятие. Организовывая эти соревнования, мы хотим помочь и культурному обмену между нашими странами. В одном из первых поединков сойдутся российский спортсмен Джабар Аскеров и немец Энрико Кель, выступающий в весе 70 килограммов. Дают шанс очень многим молодым перспективным бойцам, а их в России очень много. И у них, я уверен, они могут, и они есть возможности конкурировать с лучшими бойцами мира, они могут выступать, боксировать, поэтому вот создаются благоприятные условия для этого. Поэтому мне очень приятно, я надеюсь, это не разовый такой, скажем, турнир, таких будет проходить часто, не только в Сочи. Но и в других городах России. Призовой фонд турнира организаторы держат в секрете, однако признались, что гонорар чемпиона прошлого года составил около 1,5 миллиона долларов.